Итого, всем привет. Огромный привет моим подписчикам. Я не знаю, что вы подписываетесь, но я вам очень за это благодарен. Потому что видео я больше снимаю для себя. И почему снимаю именно сейчас разобранную голову? Потому что у меня случилась маленькая проблемка. У меня пробило заднюю пробку. Вот здесь на голове есть задняя пробка. Во время того, как ехал, машина начала вдруг резко закипать, начал доливать, так доехал домой. Дома натекла уже лужа и начал смотреть, что же произошло. Пробило голову сзади. Пробило в районе пробки. Пробка. Вот комплект как раз. Вот это вот задняя пробка такая большая. Я сзади ее заварил на голове. Думал, что это все. Голову собрал назад. Чуть-чуть почухал движок. Почухал все, что можно. Это снятый ЕГР, заглушки под него. И когда собрал все назад, завел машину. Чуть-чуть меня что-то насторожило, заглушил. И уже вместо масла у меня была эмульсия. Соответственно, кроме задней пробки пробило вот эту еще раз. Вот эту два. И я хотел снимать видео, как я собираю голову. Но я вижу, вон, третья пробка тоже пускает уже пузыри. Так, и вот. Думаю, видно. Вот это дергание, которое вы видите в пробке, это дырявая пробка, которая начала пропускать воду. Для того, чтобы вот это вот все увидеть и определить, вот, вынесен отдельно бак. На него набранный полностью воды расширительный бачок. Дальше радиатор наполняется. Возникает давление. Эта пробка была пробита, поменяли. Эту пробку поменяли. А эту пробку оставили, потому что вроде не течет. Но как видно, течет. И еще раз потом снимать, менять я не хочу, поэтому будем менять сейчас. Для этого я поснимал коромысло, снял пружины. Сейчас выкрутим болты и гайки. И начнем выкручивать пробку, пробовать. Нужен ключик на 17. Против часовой стрелки стандартно выкручиваются очень спокойно. Эти два болтика. Теперь нам надо вот эти посадочные выкрутить. Потому что иначе мы не залезем. Головка 21. Нам надо снять вот эту перемычку. Все видео, которые я снимаю, они не есть инструкцией или учебным пособием по тому, что делают и как делать. Я сам читаю книги, я сам инструкцию по ремонту в первую очередь штудирую. Я не есть профессиональным автомехаником, поэтому меня как образец брать не надо. Я делаю то, что делаю. Если у меня получается, я снимаю видео, показываю. Если не получается, я это видео выкидываю на свалку истории, так как не хочу дурачить, не хочу обманывать. Итого, зачем я выкручиваю? В прошлый раз, когда я выкручивал вот эту пробочку, за счет того, что ключ не встает ровно, у меня вот под рукой ключ такой, оп, сейчас, он полностью в посадочное гнездо не встает. Соответственно, у вас грани просто-напросто посрываются. Вы сорвете грани в пробке и дальше будете делать так, как делал я. Брать звездочку, забивать звездочку в пробку и пытаться выкрутить. Такой метод приведет к тому, что вы просто посрываете резьбу. Поэтому я откручиваю здесь все полностью. Тогда ключик, я даже не через ключик делаю, а через биту. Удобно туда залазит, ровно, плотно, и пробка может выкрутиться сама, ну шо, без повреждений. Не откручивается. Звездочка на размер больше. Забиваем туда и выкручиваем только так. По крайней мере, на тех двух помогло. Хотел показать, как это сделать быстро, получилось как всегда. Сейчас буду рассверливать ступенчатым до 20-ки, а там выбивать резьбу, освобождать. Из
из-за работы одной рукой видео снять получше не получилось. Но в целом. Так виднее. Ступенчатое сверло. Ступенчатым сверлом рассверлил. Вот так пробка стояла. Ступенчатым рассверлил одну сторону отверткой. Вот так вот прорубил. И дальше завернул на себя. И вот фактически пробка досталась. Уже на герметик посажена новая резьба, на удивление, полностью вся. Целая. Ну, одна маленькая заусенница. Это такое, мелочи жизни. Так что, но тоже стружки чуть накидал. Пока всю стружку вымыл, убрал, пришлось полностью все поснимать здесь, прочистить. Герметик застынет. Ну и дальше буду снимать.